Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз тоже связана с фото-видеотехникой. В прошлый раз мы рассматривали универсальный беспроводной микрофон, который несет в себе три функции, как с функцией мониторинга. Второе – это пульт управления стабилизаторами трехосевыми Hohem STDX-2 и V2. И третья функция – это функция прослушивания музыки, ну, либо видеоклипов при помощи проводных наушников. В настоящее время тоже рассматривается устройство от производителя Hohem. Это селфи-палка, так называемая, специально разработанная для стабилизатора Hohem STDX, Hohem XTDX2 и Hohem STD-V2. Но сразу же хочу, здесь есть пульт управления. Так вот, этот пульт управления не работает со стабилизатором STDX, то есть первой версией данного стабилизатора, а с остальными версиями X2 и V2 данный пультик работает. Можно будет управлять им данными стабилизаторами. В этом случае первой версии с ним очень хорошо работает устройство, которое рассматривали в прошлый раз, а именно микрофон Hohem BM01. Он тоже имеет функцию пульта управления и прекрасно справляется с ней. Вот пришло в таком состоянии, шло достаточно продолжительное время. Доставка осуществлялась. После результата мы видим лицо, то есть упаковка помятая. Ну, помимо вот этой упаковки, внутри еще, вернее, снаружи была стандартная упаковка, которая скрывала, что находится внутри. Стандартный доставочный пакет. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Итак, давайте посмотрим, что из себя представляет упаковка. Упаковка такого вот вида представлена. То есть здесь пусто. То есть вот что из себя представляет селфи-палка. Называется она RS-01. Ну и здесь как селфи-палка плюс проводной пульт управления. Но еще раз повторяю, вот с этой версии первой данный пульт управления не работает. Ну а селфи-палка, она без проблем работает. Ну если что, есть другой вариант управления данным стабилизатором, о котором я чуть выше говорил. Так, что здесь? Управляется, продемонстрированы возможности. Все, он несколько коленный. Дальше совмещен с этими вот мобильными стабилизаторами для смартфонов. Удобно лежит в руке. Пульт управления для версии X2 и V2. Ну и хороший угол. Все в одном. Компактный дизайн. Внутри коробки должно находиться пульт, сама селфи-палка и инструкция по эксплуатации. И давайте сейчас вскроем, посмотрим, что у нас находится внутри. Ну, состояние упаковки вы видите. Жизнь ее потрепала с Почты России. Так, вот у нас внутри здесь находится небольшая инструкция. Здесь написано управление пультом, ну, на английском языке представлено. Все на английском языке. И представлен момент установки данного припода селфи-палки. Стабилизатор мобильный Hohem STDX, как X, так и X2, так и V2. И радиус действия пульта до 10 метров. Максимальная длина его 30 или 300 миллиметров, но это в сложенном состоянии. Так, здесь не написано. Вот такая вот инструкция по эксплуатации. И давайте посмотрим, что из себя представляет эта селфи-палка. Вот такого она вида. Это селфи-палка. Здесь пульт, который достается. О, внутри отлично у нас. Батарейка, аккумулятор CR2032, стандартная, то есть ее можно будет менять. Встроенный аккумулятор, как предыдущий. И осуществляет принцип действия, то есть вправо-влево, там наклоны и так далее. И соединение, тут различные установки, там селфи-режим, обратное возвращение, стандартный горизонтальный и вертикальный режим, то есть установки, ну и другие варианты управления. В том числе спуск затвора, как для фотокамер, так и для видеокамер. Ну, стандартный. Но единственное, он уже совместимый. Сразу же хочу сказать, только для версии X2 и V2. Для этой версии несовместим. Так, и что из себя представляет селфи-палка? Вот она такой длины. Здесь где-то, ну, полметра точно большая. Причем она раскрывается как бы в трипод, монопод.
без проблем. Так, и позволяет еще осуществлять углы наклона. Ну и давайте посмотрим, как он вмещается на нем. То есть, ну, можно как удлинительную ручку по сравнению с этой ручкой. И плюс производить какие-то элементы видеосъемки в различных состояниях. То есть, ну, он достаточно хорошо все держит, без проблем. Ну и вот так вот функционирует. Если бы был пульт, было воспользоваться пультом. Например, отойти куда-нибудь, и за вами он будет следить. То есть установить на какую-то поверхность и снимать себя любимого. Ну, либо природу, таймлапсы, ну и тому подобное. Итак, я вам продемонстрировал селфи-палку Hohem RS01, которая комплектуется дополнительно еще пультом управления, который можно использовать только для версий Hohem InStudy X2 и Victory 2. Для Hohem InStudy X пульт управления не работает. Ну, можно воспользоваться беспроводным микрофоном BM01, тоже Hohem. Благодаря ему управляется данный стабилизатор, как и более высшие версии, для того, чтобы осуществлять фото-видеосъемки. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.